Итак, всем привет! Сегодня я буду проходить First Run, игру, с которой, по сути, все началось. Я имею в виду на движке Open Board, Beats of Rage, собственно, создатели которого сделали движок, на котором и сделано огромное количество игр за уже, считайте, почти 15 лет. Итак, в эту игру я, прошел только первый экран, да, это посмотрим, сколько прохождения, в общем, это не особо длинное, поэтому попробую поферстранить. Да, вот меня часто спрашивают, кстати, что такое Open Board. Это как раз таки Beats of Rage, то есть основана на Streets of Rage игра, а Open, соответственно, открытая платформа. Ну и, собственно, мы все прекрасно видим, что у нас, по сути говоря, пародия на сюжет Streets of Rage. Здесь именно не Мистер X, Мистер Y, ну и опять же персонажи из вселенной Kings of Fighter. Ну, собственно, сюжет пересказывать большого смысла нет. Ну что, поехали. Собственно, можно настроить там звук, управление и так далее, а мы перейдем сразу к игре. Ну, проходить будем на нормально. Итак, возьму Мэнди. Монета симпатично потряхиваются сисечки. Опять же, что хочется заметить, тут на канале у меня есть прохождение, допустим, там Double Dragon, Battletoads и так далее, к примеру, и Streets of Rage те же. Здесь достаточно большие спрайты все-таки, а пространства, я бы сказал, мало. Это все просто, прыжок, удар, персонаж здесь бегать не умеет, только ходить. Два раза вперед удар, вот такой вот закрученный, как бы сказал Жар, хитро выверт или что-то такое. Ну давай, выходи, чувак. Блин, да, есть супер прием, который отнимает немножечко энергии. Все, ничего сверхмудреного здесь нет. Да, еще, естественно, переброс. Врагов становится резко много. Да, можно подбирать деньги. Это очки. За очки даются жизни. Ничего, в общем-то, сверхъестественного. Как я говорил, первый экран не проходил. Здесь для меня особо ничего не знакомого нет. Кстати, да. Переброс очень сильно так отнимает хпшечку у врагов. Ну и плюс, опять же, отправляет их далеко в пространстве. Что очень удобно, особенно когда толпа, например, на тебя наваливает. Единственное, конечно, обилие прием маленькое, все-таки появился в БТДД, там, в Double Dragon, в Streets of Rage Z персонажи бегают. То, что они только ходят, это не очень. Ну ладно, опять же, это самая первая игра, которая вышла аж в 2004 году. Охренеть, 13 лет назад. А уже все Battletoads, как раз таки, первый BTDD Revenge вышел аж в 2008, то есть гораздо позже. Это как сами там Super Mario Ninja Gaiden. Так. Да, курицу оставим. Этот малый жилет как-то стесняется подойти. И, кстати, да, так же, как и в играх Streets of Rage, здесь таймер, который, если честно, бесит, потому что в некоторых играх некоторые разработчики не продумали то, что врагов может быть очень много, они могут быть очень жирные, и времени просто физически может не хватить. Так, я так понимаю, на этого врага лучше не напрыгивать, он апперкотом может отбить. Я не знаком со вселенной Kings of Fighter, я чуть-чуть так почитал. Что это такое? Как можно, кстати, увидеть, у меня 4 конта по 3 жизни, то есть итого 15 жизней должно хватить. Геймплей тут не особо неторопливый, то есть такой типичный
можно сказать, даже аркадный битэмап. Опять же, как и во второй, третьей части остается в рейдж, у каждого можно заметить полоску здоровья, но здесь больше шрифт и стиль, не сказать, что взят с третьего Сора. Он основной враг. Ангел. У нее две полоски здоровья. Здесь опять же, как во втором Соре, нету, например, звезд. Здесь просто один лайфбар другого цвета перекладывает. Ну, собственно говоря, все и так понятно, все это видно. Да, также яблоки, как в Соре, курицы, все как обычно. Бабло, успел взять последний момент. Все, дальше уже чистейший First Run. Я ничего не знаю. На этом моменте я выключил профу, думаю, потом по First Run поговорю чуть-чуть на камеру, почешу. Ну, собственно, некоторая однообразность, конечно, таких игр есть. Тот же BDD Revenge, там, час 20. И вот мы только ходим и бьем. Но на самом деле геймплей таким образом увлекает. Нехило-то, кстати, буквально 4 удара и почти половина хп нет. Но я думаю, я все-таки не зафейлю, затащу. Потому что в большинстве случаев игры ровные, опа, не кривые. Да, когда окружают, лучше брать супер удар, но тем не менее. Дело-то у меня плохо, уже кончаются хпшечки. Пах ему пару раз. И малый, как ни странно, встает и идет дальше. Железный яйцевый чувачок. Да, опять. Ну все, уже, конечно, не встает. Девки, пах тоже. Прикольно, кстати, повизгивают девчонки, когда их в нокаут посылаешь. Так, не дать им окружать себя. И вообще толпой желательно не давать наваливаться. Потому что, чтобы не юзать потом суперудар. Не сокращать себе хпшку. В общем-то, да, все типично в Streets of Rage стиле. Симпатичные, все-таки анимированные спрайты. Очень симпатичные. Так, у нас красный ангел вырывается. Блин. Давай, давай, давай. Оп, оп, на тебе. В пах. Прикольные у него штанишки. То ли это расцветка такая, то ли у него открытая внутренняя часть бедер. О, удалось даже ее зажать. И снять сразу все здоровье. И вот нахрена мне золото? Да, вот это вот куда важнее. А вот куренок бы вообще был бы самое то сейчас. На самом деле, блин, тут... Ух, блин. Подножка. Да ёлки. На самом деле, этот бросок вперед, он немножко долго делается. Когда вот такими подножками атакуют, лучше все-таки. Да, напрямую не подходить. И судя по музыке, хорошо нам знакомы. Сейчас нас ждет босс, но пока. Ох, елки-палки, какой-то типуля. Нехило. Успели, успели, отлично. Барбон, ну, конечно, на Streets of Rage-овского барбона он ни разу не похож. Пока он отлично зажимается. Все, изи.
пройден, за каждую жизнь по 1000 и 10 тысяч для прохождения уровня. Знакомый музон. Враги все те же пока. А, музон этот слышал в Streets of Rage Z, но откуда-то, как это ни странно, взят. О, яма. Да, яма это то еще троллево, вот в поздних играх на опенборах убрали. Совершенно правильно, но, по крайней мере, я себя не криво сделал. Вообще, конечно, да, со временем на этой платформе вышли не только файтинги, то есть то, что можно, ими битэмап, что понятно. Ямку давай. То есть то, что действительно битэмап, опять же, те же БТДД, ну и Дабл Драгон, и Черепашки-ниндзя, и Сор, понятное дело, но даже то, что, казалось бы, в этот жанр вообще никак нельзя впихнуть. Недавно я проходил Doom на Open Board, но опять же это, конечно, унылое. Ух ты, это меня, но при этом я, ударившись об край экрана, накрыл эту деваху. Да, есть такое дело, бывает даже, что кто-то из врагов переворачивает тебя, сам наносит себе дамаг. Я чуть не зафейлил, но все нормально. Так, ангелочки. Ух ты, елки. Вот ангелочка вообще лучше в яму. Блин. Супер. Ох, меня зажимают. Пока лучше разделаться с тем, с кем-то более реально. Елки-палки. Короче. Так, как-то. Опять же, да, потом, чуть позже, можно там, например... Чем, кстати, еще нравится, чаще всего музыкальное сопровождение просто отлично. Это, ну вот, если, опять же, я с Battletoads начинал, это либо из аркадных Battletoads взятая музыка. Деле. Да, его меня все равно подловил, сбив мотоциклом. Ладно. В целом, в общем, я думаю, что все просто ребята выстроились в ряд для получения люлей. Вот и все, что я могу сказать. То, что надо. Вали-ка в яму, правильно. Тебе туда же. Молодец. Побежи. Я это люблю. Так, тихо, тихо, тихо. Отлично. К ней, я так понимаю, нужно просто снизу подходить. Напрямую вообще не рекомендуется. Иначе можно гребсти. Кому оно надо? Так вот, Doom-то на самом деле, знаете ли, это не предел на опенборд. Новость о том, что, например, Road Rush также есть. Опять же, это чистейший битэмап. По сути, вы просто перемещаетесь в жизнь. Да, круто. Теперь у нас снова 3 жизни. О, кто-то суицид совершил, чтобы просто сигануть в яму. Дальше желательно. О, блин. Хотел сделать вот так, но не получилось. Давай, иди сюда. Ты что, такая девчонка? Наваляй сейчас такого. Так, я опасаюсь. Да, мотоциклистов. Я ожидал этого дерьма, блин.
понимаю, снизу они не едут, хотел я только сказать. Вот мне это вообще не нравится. Все отлично. Но, блин, конечно, чуть-чуть их тяжеловато останавливать. Ну да, прям, если их будет очень много, мало приятного всего. Ух ты, тихо, байкер. Да, в Streets of Rage эта тема была, когда на байках едут герои. Но Streets of Rage Dead я еще с ними иду. Платформа мне нравится, на самом деле, конечно, да, зажигательно. Здесь, да, то, что, конечно, бегать не умеет персонаж, это плохо. Да, у меня снова 3 жизни, 50 тысяч очков. Обычно за каждые 50 и дают. Бывают редкие исключения. Все, он отправляется спать. Тут какой-то мистер Ти. Ух ты, тут... Берем, не задумываемся, даже здоровья мало. Ух ты! Вот, ребята. Блин, у него руки длинные. И он еще и блоки ставит. Короче, делаем вот так. Качма. Какая там, как... тебя еще не хватало. Брысь отсюда. Блин, сейчас от часу не легче. Ну, ребят, не толпитесь все вместе. Черт, завалил. Ладно. В общем-то, двое боссов. Они еще рядом все время. Так, кэчман почти готов. Отстань. Сука, просунул, блядь, такие. Шерми. Все, теперь ходит по 2 рядовых врага. Блин, это еще хп до хрена. Заканчивается, скажем так. Все, маленько ему осталось. Конечно, это не барбон. Все. И все враги тут же скопытиваются. Обычно. Да, на самом деле, еще боссы тем сложны, что вот эти шестерки все выходят. Начинают мешать. О, знакомый музон. И 3 ангела. П-сигнал, как будто это панк из 40 все того же, и причем хп у них прилично. О, блядь. Да, маты будут, извините. Отстань. Ты слышишь? Ладно, осторожней. Да, музычка из МК. Блин, вас много, ребята, вас много! Все, один ангел откинулся. Черти. Да хрен тебе. Нашли мы против ангела. Все. Зенит, это не чемпион, уж точно. Да, зато одного хп нет на 6 врагах. А то в комбо тут никакие не считаются, но похуй на самом деле. Какая активно, блин, выносит их. Черт, я его схватил. Не,
просто решил носовать, а я его схватил за каким-то хером, блядь. Да, для этого нужно вплотную подойти к врагу. И он схвачен. Соответственно, атака будет только на него, то есть атаковать несколько не получится. Ладно, первый конт почти на исходе, и это очень плохо. До 100 тысяч мне очень далеко. Блин, да что-то вас много, ребят, вы что, все на палубу корабля решили выскочить? Хотя, это логично. Да, блин, почему-то не поражался удар. Так, отлично, яблоко. Мне тут же вынулся, яблоками почти все хп восстановил, я так заметил. Все, ангел готов. Вот эти байкеры, которые, не знаю, какие-то столбы проглотили. Иди сюда. Затылком об доски. Да, здесь нет такого финишера, то есть когда там 2-3 удара и все, бах, как там мать Final Fight вспоминается. Здесь можно зажать, и это круто. Кстати, да. Готово. Все, надо сотки еще многовато. Готов. Так, опять эти стропила. Один из них перекрасился в блондина, в смысле такого желтого, нормального, более природного цвета, не белый. Ядрить у пацана 1,5 хп, зачем? Вообще не понимал, вот этот вот обычный враг, у которого хп, не знаю, как у босса в первых уровнях, опять же, тот же Сор этим грешит. Выходит там какой-нибудь панк, а у него там 3 звезды здоровья. Нахрена? Опа. Кэчман. Кэчман с палочкой. Лови, Кэчман. Ты же ловец. Станет меня. Своим шерпу Донателло, что ли, спер его. Вот тебе в пах за это. Самое интересное, они все равно встают. Я понимаю, там какие-нибудь мутанты, космические зомби, которым уже атрофировали все нервные окончания. Хрена. О, опять музыка из МК, мы уже зашли, получается, вовнутрь кораблика. Будет очень ржачно, если вдруг нас тот же боксер встретит из Streets of Rage 2. Ёлка-пала, who is it? Старк, хоть не Старк. Как будто ребята танцуют, такое ощущение, ходят, я не знаю. Одной рукой, блин, это я понимаю, что это с кикбоксеров, со Streets of Rage-овских взятки. Ну, блин, если честно, чуть ржать хочется к этому. Зашлись. Тишину словили в эфире. Ну ладно, уже минус один. Да, и имя у них тоже птичье. Пугай, воробей. Боксер воробей. Этот боксер меня завалил. Ладно, мы сейчас возьмем тяжелую артиллерию. У нас мужик подходит, он ядрит как медленно. Макс. А, но у него и больше хп, я заметил. Выходит он просто трындец, как медленно, ну да. Ну, я понял, это как, вроде как на мясо, от которого толку ни хрена. Да, и выносит хп больше. Ну, чем-то это мне напоминает Mighty Final Fight, все тот же. Упомянуто, где есть Хагар, который
пипец какой медленный, он может пропускать даже там обычные удары. Поэтому больше всех хп изначально. Больше приемов и удары самые сильные. Там стандартных врагов рядовых даже с длинным хп он кончать может за раз. Опять же еще и при прокачке. Да, ну. Если уж опять же возвращаться к Mighty Final Fight, все-таки Гамме больше всего нравился из-за своей быстроты. Так, хова! И все, башки нет. Удар клюшкой для гольфа, плечом, может с ноги с разворота. Ни хрена, тоже Джакс прям. Не среагировал. Зря это сделал, чувачок. Да, суплекс, суплекс сити, бич. Он как-то на исходную возвращается еще и на два шага назад. Пока могу сказать, что он тащит. У меня как было полное хп, так и осталось. Или нет, по-моему, один удар мне вот эта вот чувиха блондинистая нанесла, и все. Пока что Макс определенно тащит всю эту компанию. Я так понимаю, девушка-блондинка, которая третья, эта компания, она самая слабенькая, но при этом самая подвижная, я надеюсь, пока. Что-то как будто, не знаю, в невесомости идет. Но, опять же, сила тащит. Это классно, на самом деле, когда персонаж сбалансирован, не просто там. Хотя тех же Battle Toads, кстати, надо заметить, тоже персонажи-то разные, особенно их там удары в прыжке или добивающие. Опа! Я уж хотел сказать, что мне яблоко даже не пригодится. Пригодится. Два яблока. Зачем два? Ну ладно. Берем оба. Как? У нас просто человек, кликуха которого состоит из одной буквы. А, типа немецкий. Блок ставит. Да иди сюда, что ты ходишь, блин, вообще, что это за боевая стойка? Хожу руки в карманах и, не знаю, разглядываю свою обувь. Что там, грязные, почистить или еще не надо. Так, у нас сейчас будет босс-файт. У нас есть цыпленочек. Кто-то там... Там мы ворвались на кухню. О, это же Кейси Райбек! То есть Стивен Сигал, он же кок на кухне, хвостик темненький, похож немного на этого самого. Действительно Стивен, слушайте, прикол, реально прикол. Я не знаю, нарочно это или нет. Не ножами метается, слушайте, их елки-палки, кстати, да, тут нет никаких перекатов, чтобы когда тебя там зажимают. Так, цыпленка же мало, рано жрать-то. Ну, да. Я чё, что-то еще было? Деньги что ли? Но у меня 4 жизни, там походу жизнь еще давали. Тут кикбоксер врывается, да, слушайте, реально, ну, одет, конечно, не как в фильме, в осаде или в захват. Реально же, Стивен. Оп, блин, ну такое ощущение, что он, не знаю, там нож килограмм 10 достает. Это такое усилие, как будто кувалда. Еле 32-пудовый просто достает. Ладно, не важно. Блин, зажал этот сраный кикбоксер меня. Блин. Короче, на него сверху лучше не нападать. Вот это вот фаталити. Все, Стивен лег и не встает. О, еще жизнь дали. Ладно, это можно промотать, так очевидно. Вышли мы на берег. Классно в воде, на самом деле, отражается город. Картиночка. Рыбачить запрещено, написано.
Или не рыбачит, проще говоря. Музон нормальный такой. Для меня незнакомый, но прикольно, прикольно. Надеюсь, YouTube это не вырежет. Чуть-чуть медлительный, конечно, но на самом деле этот Макс не тащит. По сути, его можно сравнить с тем же Максом из Сора. Только это ты молодец. Ёлы-палы. Девочки, девочки, вас много, вас многовато будет. Еще слушайте, вы не охерели, а? Добрый вечер, блин. Я диспетчер. Вали отсюда. Все, блядь, шутки кончились. Блин, нахер. Девил, да, это был ангел. Теперь девил. Оденься в красный, и все. Все меняется кардинально. Я сюда, он почему-то частенько зажимает, он не может просто вот навалять вот так. Пацан танцует прямо в ритм. Блин. Меня все-таки втащили. Да елки, ну что ж ты такой медленный? А эти длиннорукие, падла. Тут плана ХП уже нет, а? Что-то что ХП у него еще и подлиннее. О, он ударяет две стороны, это же круто. Как тебя? Об каменюку. Суплекс. Опять эти ангелы. Так, отлично. А как тебе вот это? Классно то, что он отходит, он наносит атаку, но... Да, только хотел сказать, от подножек. Помогает, но тут же мне нанесли новую. По-моему, обе полегли. Вроде да. Это, вспомнил, это девки прическа, как у Sailor Moon, где вот эти косички. Не понимаю, что кроме Sailor Moon еще есть, кому такое носить. На, тебе в пах достанется. Он пока 4 жизни, все нормально. Я не думаю, что тут прям игра будет чем-то резко усложняться, если мотоциклист мог появиться и выбесить просто. О, классно я. А вот ты промазал, дебил. А вот я нет. Обязательно цыпленочку берем. У меня уже лепят подножки. Музон реально прикольный на этом уровне. Что-то в нем есть. Понимаешь, что тут. А вот это не попало, я попал, а ты нет. И прощай, ангел в красном, как ни сука. Вот. Вспомни про мотоциклиста называется. И по причалу разъездились. На, блин, с правой. Если, о, какая встреча. А, да, вот как-то тут надо прям на одной параллели стоять. Тоже нет. Далее называется. Пахнет чуть-чуть, я приостановился, все нормально. Да, еще, наверное, маленький момент, который мне очень нравится. Персонаж прям посередине идет.
соединение экрана. Экран продвигается. Да, тут, конечно, неспешный темп. Так, у нас, да, новый враг, который типа мастер восточных единоборств. Умеет махать ногами. Но хп у него не так много, поэтому как враг он не так уж опасен. Блин, деньги. Нахрена мне деньги? Мне пожрать дайте лучше. Опа! Детская сила. Это хрупкая, блин, я не знаю, тонкая девочка меня заспамила своими бросками. Вот и все. БВПЕ, как всегда, как в многих битэмапах, опять же, и Mighty Final Fight, может сказать, и Double Dragon, и Battle Toads. Да, без них. Вот что-то. Что-то там стоит, точило. Может, байкеры на машины решили пересесть, машинами подавить. Ничего, это просто декор. Опа, еще один мастер восточных единоборств. Так, слушайте, ребят, вы, конечно, ногами классно машете, но мне это ни разу не нравится, я сказал. Я понял. Это типа вот этих вот японцев. Все из той же второй части. Так, быстро хватаем курицу. Да. Как ожидалось, это последний враг. Блин, жалко, что FPS RAM закрывает надпись, что за трек играется. Столько коробок разбить можно было только одно. Вот чё, понты, это что же? Барзометр на одном месте вырос. Так. Блин, да, на них прыгать же не надо. Зум, блин. Так, кстати, как и в сорт, тут тоже можно. Вот, уже не показал. Ни хрена! Серьезно? Я ей сделал, короче, вот такой удар, она меня взяла и перехватила. Это чё? Это босс, что ли? Меня просто сейчас отымели за 10 секунд. Я как-то суплик сделал, хотя даже не планировал это. Просто мои вот эти вот раз и два, и все, и нету третьей жизни. О! Бля, а чё у вас, период неуязвимости, да, я так понимаю? Прекращай! Блин, на одном экране, считаю, просто двух жизней как не было. Что?! Каким, мать твою, макаром ты это сделал? Я вообще охереваю. Не, не согласен тут работать на одних суперударах. Да, враги оборзели. Все, короче, это... Жесть, у меня слетел конт. Ну давайте берем хрупкую. Ёлки. Ну да, вот она двигается быстрее всех. И вот это может даже
А, у нее, короче, вместо молнии садаки она остается на месте и дышит своим нежным, холодным дыханием. Пула. Ну, слово пул холодно, что логичнее всего. Блин, музон, по-моему, громковат будет. Ну ладно. Это явно чувствуется, что уже конец игры, потому что враги уже просто фигарят. И, кстати, да, вот, пожалуйста, Макс тащил в начале, а потом, когда пошли вот такие обнаглевшие в край враги. Ну, кстати, да, у нее дальность атаки вот этой очень даже. И опять же эти, только хотел сказать, нихера не сделают, сделали все-таки. Говорит хуй. Ну, кстати, все может быть. Мясо. О, прям под боссом. У нас тут какой-то то ли русский, то ли хрен его знает. Мистер Биг. Тут не Биг Рашен босс. Она ему намекает. Ты не забьешь. Яйца. Ой, не, лучше к ней вообще не подходить. Берем цыпленочка табака. Кстати, хочу заметить, все персонажи тут к месту. Зачем я избиваю второстепенно? Потому что приходят вот такие вот уёбки. Начинают мешать говно с калом. Я извиняюсь, конечно, за такие выражения, но... О, прикольный у неё спешл. Сейчас сдохнут. А ты чё, не босс, что ли? Я не понял, сейчас все повалиться должны на землю. Чё, всех, что ли, завалить надо в этом уровне? Хрен тебе. А чё? Блин. Его дыхание, как-то, ему это дыхание вообще похеру. Ладно. Я что-то вообще не понял, вы говорят, что глюк, что ли? Или все-таки всех надо перемочить, хрена? Если перемочить, ладно, если глюк, это очень хреново. О, мне дали жизнь. Прекрасно, я ниндзю нагнул. Так, вот это мне вообще не нравится. Уже за каждые 90 секунд я вряд ли получу. $50 000. Потому что если это глюк при ферстране, это круто. Это, блин, хреново. Но он не должен быть. Скаты. О, ура, отлично. Да, тут действительно нужно было замочить все. И как-то я уже играю 44 минуты. Уже как в игре пора Ага, тут короче, тут единственный раз я вижу, когда есть время. И есть яма, в которую можно забрасывать все вот это вот мясо. Вот, блин, вовремя я его взял, нечего сказать. Ох ты! Кто-то чуть-чуть спикировал. Неудачно.
настоящей девушкой общаться. Так, берем цыпленочку. Не думаю, что тут прям будет врагов охрененная уйма. Хотя кто знает. Правильно, правильно. Ты решил сбежать от атаки. Вертикально вниз. Да, 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 давай, давай, давай. Опа. Как он такой маневр? Прыгать нельзя. По крайней мере, лев подпустили полетать. Отлично. Да блин, да, у меня долго эта атака проходит. Все, мальчик с палкой хотя бы пошел тоже вниз. Посмотреть, как там дела у остальных. Да иди сюда, в лобле, блин. Блин, не успел нажать удар. Ну, есть и положительный момент, две девки свелись нахер. Что-то как не получилось, и сейчас не получилось. Сейчас получилось. Прекращай эти маневры. Да, мало то, что я его добил, так он еще и сам. Ну, за дерзость твою. Ну да, жизни-то мало остается. Блин, эти твари все напирают. Точнее, в последнюю очередь то, что их я всех скинул. Иди сюда. Все, кончайтесь уже. Блин, 4 девки. Да, опять же, это отсылка к тем же подъемным уровням из первого ссора, из второго, нате. Да, действительно, уже дохрена врагов со всей игры. Ох, блин, вдруг откуда не возьмись просто. Ну, один на один-то с этим уже можно справиться. Похер ему на дыхание. Летим, ну, все, вали отсюда. Все, всех. Да что ж, либо я такой слоупок, что я так медленно играю. О, жизнь. И даже курица. Блин, в самом начале уровня, да? Ладно, похер.
блин, до 8, у меня уже время кончается. Я не хочу за это в жизнь всирать, тем более у меня нормально ХП. Да давайте уже, гоу-гоу. Да ох, блин, еще какие-то типы. И у них до хрена ХП. Ну, не до хрена. Но времени может не хватить. Шо? Шо по-китайски жопа, вспоминаете сериал «Солдат». Сейчас ХП экономить смысла нет, если это еще, не дай бог, не последние враги. Прыгуны, блин. Сука, заебали ваши маневры. Минус один. Минус два. Отлично, еле успел. Яблочко. Доктор Чиз. Уже ржачный. Все. Да хватит меня заманивать к краю экрана, тварь. Все. This is the end for you. Да твою-то мать! Три удара нанес, козел. Они еще попадают в период такой. Тоже как рекавери, то есть. Они тоже умеют подлавливать на всем. Так, у меня почти 200 тысяч. Между прочим. Поэтому конт может еще продержаться. Не сдох. Так, полторушечка буквально мне осталось. Есть. Подождите-ка, а что-то мне, по-моему, как был две жизни, так и осталось, или я ошибаюсь? Отлично. Чуть-чуть было, он меня обломал. Ладно. Все, все хорошо. Живем. Честно говоря, уже начинает немного утомлять. Что враги одни и те же, ничего особо не меняется. Хочется логического конца, я думаю, что я так медленно играю? Пусть, конечно, это First Run, но, блин, это же не квест. Или там Мегамен, в котором ты... Так, ага, Барбончик младший. Плодили, понимаешь. Шаокан! Чё? Чего, чувак, ты чё? Зачем ты делаешь? Достаточно много энергии.
Так. Какой-то там понтовый чел. Ощущение, что он то ли на наркоте, то ли на жесткой диете. Но мышцы у него есть. Я ее... Надеюсь, у него какие-нибудь инстакильные атаки. Мне вот не нравится вот, какое-то механизированное движение. Эксперимент 4.9. Типа робот. Да, внешности претензий нет. Блин, я его зажал, а эта тварь подловила. Ладно, ща затащим. Да отстань ты, мать твою, за ногу. Нихера, это он так умеет? Блять, все, и пошли херенные враги. Я даже не знаю, сейчас с кем воспользоваться. Нет, добиваем, девчоночка. Здесь нужно... Быстрота. Макс просто его сейчас нагреет только так. Да хватит. Нихрена, чем буром, чем это он так? Это еще Шаукан, блин. Маленькая, хрупенькая девочка, вы тварь, ее обижаете. Вам, сука, не стыдно. Эксперимент, блин, ты. Я злой, блин, все. Ну вообще ХП кончается, когда не еще этот с палкой пришел, блин. Лау, блин. Короче, да, я как бы чувствую, у меня этого ханта может не хватить, который у меня остался. Вали от меня. О, у него жизни кончаются. Как тебе вот это? А, не попал. Так, ну все, надо тащить. И я так понимаю, это затащено. Блядь, час почти ушел на это дело. Хрен! Серьезно? У меня один конт остался. Вообще круто. Как нахрен тогда это за 40 минут проходит? Я понимаю, конечно, я играю неторопливо, но... Блин, это хреново, потому что я с четырьмя жизнями не затащу. Достал цель, подножка. Ну, допустим, 250 я как-то наберу. Все, да, ну, уже от одной жизни ни хрена не осталось. Интересно все-таки вы на эти прохождения посмотреть, где я так налажал. Блин, козел. Все, последний конт.
Эту атаку, но если честно, тут нахрен не нужно становится. Что там, куря? Ой-ой-ой. Знаете, да, стрима это жизнь. А что на харде вообще творится, даже интересно. Там врагов больше, хотя вряд ли. Но пинборд с этим проблема, то есть добавить хп или врагов, это непросто. Проще сделать меньше жизни, к примеру. Блин, вот толпами уже ходите. Только в разные майки одеваетесь. Боксер, только белый. Короче, понятно, белые плохие все. Хотя бы один этот хрен-то успел. И этот с палкой хер тут как тут. Надеюсь, это никто не подвалит, хотел я сказать. Нет, конечно, зачем? Зачем упрощать игроку геймплей? Надо больше врагов, удобных для сражения. Вайпер. Блин, вайпер что-то не стал. Его null damage, по-моему, даже завалил. Ну да. Шкала здоровья. Да блин, я хотел вот удар сделать. Вот это вот. О, классно, кстати, в зеркалах отражаются герои. Так, главное цыпленочка не оставить без присмотра. А, ну тут все, тут вопрос с этим решен. Я думал, сейчас добью этих двоих и все. Реально тут много на экране. Так, здоровье еще нормально позволяет. Все? Не все. Да, и как-то как назло хп мало потрачено. Public Enemy номер один. Это деваха? Да, сильно. Успел. Успел. Блин, они все спаунятся. На самом деле я понимаю, в некоторых местах просто да, я мог бы пару жизней уж точно сэкономить. Так, у меня должно быть 250 уже на подходе. За 3-то жизни должен набрать.
Чикен, ну... Господи, кто им такие кликухи дал? Здесь тут хоть мотоцикл... О, Стивен Сигал! Собственно, персоной с ножами своими вонючими. Даже без них. А, да, Сигал, так и написано, ребят. То есть здесь не какая-то там аллюзия. Все честно. Единственное, легкий чубчик, но все-таки хвост-то был. Все-таки молодость. Пайкидошную решил мне выписать. Маленько. Чтоб я все-таки понял, что это Сигал. Не какой-то там хрен с бугра. Но таки все-таки. Срочно курицу брать, я скажу. Ебать копать просто, ладно. Это просто. И я ее еще и взял, да, конечно. Че мелочиться-то? Жизни много, враги все легкие, вон, никто не атакует, да, я еще туплю просто, меня просто завалили, просто как мама, у меня последняя жизнь, я еще исполнюсь в неудобном углу. Одной проблемой меньше. О, да, жизнь дали, я уже, ну, все. 250 дожить не удастся. Так, это был третий босс. Сейчас этот эксперимент драный будет. А, вот этот еще типуля. Как его звать? Ген Слотер? А, Ген Герд Стонер. Или Штонер. Какого-то нигера напоминает, чем. Ладно, похер на самом деле. Причем как-то... Сука. Ох, блядь! Нихера, дружище, ты даешь. Офигенно, офигенно просто. Слушайте, это реально, наверное, одна из немногих Beats of Rage игр, которые я пройти не могу. Не смогу. Фуэта крутить. Блять. Все, это карандец, ребята. А нет, как каким-то невероятным чудом я все-таки завалил. Ядрите, после этого мне дают яблоко. Богу душу не отдал, мне на, закуси-ка Apple. Тут жизнь должны дать и курицу. Все, последняя жизнь. Как это можно пройти за 43-45 минут, я не знаю. Мне интересно посмотреть это прохождение, может, я не в то играю, чисто случайно. Прием не очень удачно сделал. Да, знаете, неприятно, неприятно будет для меня поражение. Ладно. Этот пацан. Вот, вот как я его должен валить.
каким-то невероятным чудом я все это... И да, последний экран, жизнь у меня на один удар. Тут типа Мистер Икс какой-то, только обугленный, я не знаю. Он тут тысячу лет и... это же Мистер Игрик, все. Вопросов нет. Ну, собственно, очки мне жизни не дадут, никаких кур. Видите, нахер называется. Он, кстати, опять бодрящий. Ох, елки, ну и все. This is the end. Game over. Да, грустный. Пам-пам-пам. Но! Есть такая вещь, как load game. Да, вот он мой нормал. И даже, скорее всего, тут будет с полными контами и жизнями. Мы начинаем мы с той комнаты, на которой закончили. И у нас, да, 4 конта. Ну, понятно, что это нельзя назвать прямо уж полным прохождением, так сказать. Ну, игра дает такую возможность, да? Понятно, что есть бесконечный континуум. Ну ладно, чё? Слава богу, что я дошел до этой комнаты, потому что перепроходить вот тот затаренный коридор. Как я делал это дыхание? Сейчас не нажимал два раза вперед удар. Ладно, похера. Сейчас опять эта компашка полетит на меня. Если их разделить на группы. Вот поэтому здесь нужен бег. Он просто здесь необходим. Ладно, опять же, претензии к этой игре. Она 2004 года, мать ее, за ногу. Ладно, все, потихоньку тащим. Я не делал этого! Ладно. Ладно, что прокатило. Каким-то непонятным образом. Ну, я думаю, здесь 15 жизней должно. Я думаю, 15 жизней хватит. Ну, как видите, хрена... С два их хватило. Не хватило. Блин. О! Отвали. Ну да. Очень весело, очень весело. Ладно. Сейчас дыхание я делал. Брать не буду. Так, вот этих попрыгунчиков. Да, удалось одного. Ликвидировать. Так, ты, маля, отсюда. Твой автобус еще ходит. Так, второй попрыгунчик тоже улетел. Кикбоксер тоже какой-то вроде. Шейк там сломал. Отстань от меня. Все, давайте замочим уже этого мистера Игрека и все. Ты дошел далеко, но твоя удача вышла. Да у меня и конты все вышли с вами, блин. Что ты умеешь? Пока ничего. Опять же, до хера, блин, простых врагов. Молодец, какие-то хадукин умеет по полу пускать. Может, у Шреддера из Tournament Fighters научился? Ёбапало, он еще и нехило так что-то делает. Короче, на близкое расстояние лучше не подходить. Лучше вообще спамить суперами. Остальных так отгонять. Сука, реально у Шреддера научился. Еще будет круто, если он в конце уху-ху будет говорить. Кстати, он непонятно поднимается. Шансов завалить его с одной жизнью как-то я не вижу особо. Отвали ты, кикбоксер, мать твою. Надеюсь, тут враги бесконечно спавнятся. Да, их может просто дохрена. Кулой продолжаем тащить ледяной девчонкой. Самая мелкая. Самая хрупкая вроде бы. Но при этом тащит. Сука. Сука. Ну и мы тоже. Мы вчера на земле появились. Ну похер. Ему таки не похер. Что очень странно. Все, опять Шреддер, блин. Он проснулся. Так, ну у меня еще конты есть.
Блин, ну... А, ему почти конец. Слышь, ты еб... Ты сдох уже почти, у тебя вон пол хп осталось. Быстро откинул копыта свои. Вот так. Пах коленом, всех делов. Фу, блин, реально, это... Ну, вспоминаю еще из Battletoads Returns on Dark Forces, короче, возвращение темных сил. Вот, наверное, сейчас, да, а, все. Вот, наверное, примерно такие же ощущения, потому что Dead Rage Battletoads так нормально. Ларсенг играет. В общем, играешь, о, блин, Мэнди. Тоже прикольненько нарисовано ведь сзади, я бы сказал. Что я могу сказать, игра мне понравилась, чуть-чуть она сложновата, но на самом деле это классно, добавляет челлендж, то есть попробуй пройди, как тот же вот Streets of Rage, то есть когда люди делали, они, извините за тавтологию, знали, что делали. То есть вот арты, кстати, вполне неплохие, пиксельные, мелькают. В общем, классно, разноплановые персонажи, нормальный музон, чуть-чуть все-таки игра длинновата. Все-таки вот час 18 у меня счетчик накрутил. Вот тут даже музыку перечисляют, что вообще я до этого нигде не видел. Максимум только каст врагов и героев. Так что на самом деле, да, классная игра. Жаль, прям сразу затащить не удалось, ну ладно. Попытаюсь оправдаться, скажу, что это First Run. Но мне интересно все-таки посмотреть прохи, реально где там 42-49 минут. Ладно, все, на этом все. Спасибо. Да, нам пишут спасибо за игру. Вам спасибо за просмотр, кто смотрел. Всего доброго.